Друзья, вы не представляете, как это ужасно. Осознавать, что ты тупеешь на собственных глазах. Мне вот становится даже лень прочитать пост ВКонтакте, в котором больше двух предложений. А когда я захожу на YouTube, то я сразу делаю вот так вот. Я всегда перематываю начало, желательно до середины, чтобы пропустить это никчемное вступление всех авторов. А еще желательно поставить скорость воспроизведения побольше на 1.25. Да че уж там, лучше на 1.5. Даже музыку. А все видео, которые я отметил, как посмотреть позже, я их так и не посмотрел, потому что мне лень. Но я все равно продолжаю отмечать эти видео и посмотреть позже. Потому что надеюсь, что однажды это произойдет. Но мне кажется, никогда это не произойдет. Наверное, поэтому люди любят смотреть, как кошки срут в интернете. Ведь там даже читать ничего не надо.